Казанский федеральный университет вошел в десятку вузов в IT-сфере по размеру зарплат выпускников. Анализ проводил исследовательский центр рекрутингового портала superjob.ru. Предметом изучения стали молодые специалисты, окончившие университет в 2016-2021 годах. Согласно показателям, средний размер зарплат выпускников Казанского университета за год вырос на 15 тысяч рублей и сейчас составляет 150 тысяч рублей в месяц. Ну а средний балл ЕГЭ поступивших в 2021 году – 85,5. В рейтинге также учтена доля выпускников, ищущих работу в том городе, где они учились. По данным исследовательского центра SuperJob, в Казани хотят работать 67% выпускников КФУ. Соответственно, как высчитывается, ну, в целом на SuperJob агрегируют свои предложения как соискатели работы, которые говорят о желаемой зарплате, они указывают, собственно говоря, какое у них, собственно, образование, и в то же время работодатели открывают свою вакансию, указывают там зарплатное ожидание. Когда происходит некая точка соединения, можно сказать, что при приеме на работу, вот мы, получается, знаем, что на такую зарплату пришел такой-то человек с такого-то вуза. Вот, поэтому, в принципе, для SuperJob никаких вопросов как бы нет, так если мы проводим, мы вот очень признательны, что мы в этот рейтинг топ-10 мы попадаем. Рейтинг составлен на основе базы резюме SuperJob. Исследователи рассматривали выпускников профильных факультетов как классических, так и специализированных вузов. Для каждого учебного заведения изучали не менее 70 резюме, исключая резюме стажеров, младших специалистов, позиции, не имеющие отношения к сфере рейтинга, и резюме соискателей со стажем работы по специальности менее года. При расчете среднего заработка учитывались указанные зарплатные ожидания. Для регионов они корректировались с учетом коэффициентов SuperJob до уровня московского рынка труда. Карина Саяхова, Универньюз.